30 апреля в Казанском федеральном университете прошел студенческий марш Победы, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В масштабном событии приняли участие студенты не только из Казанского федерального университета, но и представители всех федеральных вузов страны. А это значит, что марш Победы этого года стал событием всероссийского масштаба. За проявленное уважение и активность всех участников почетного батальона наградили благодарственными письмами. Думаю, что не только к Дню Победы мы должны вспоминать о наших ветеранах и о той победе, которая была нашим народом достигнута, но должны помнить всегда. И это мероприятие показало, что ребята это чувствуют эту память и эту благодарность старшим поколениям. Впервые в этом году в марше приняли участие студенты из организации службы студенческой безопасности. А стен Казанского Кремля победным маршем прошел и бессмертный полк Казанского федерального. Вначале смотрел в глаза ветеранов, увидел на их лице слезы радости, горечи и утраты. И просто эмоции переполняли. Парни с гордостью шли по Кремлевской. Было очень здорово. Эмоции до сих пор переполняют. Я уже не первый год выступаю на этом марше. И хотелось бы также продолжать. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.